Погодите, не кричите. Тихо. Я не провоцирую. Погодите. Я сам работаю уже на нарушение. Некрасиво вы себя. Значит, мы сейчас вам все объясним. Я исполняющий обязанности, а глава администрации Демушкин Дмитрий Николаевич. Когда вы услышите народ? Вот. Я вас даже ни разу не видел. Вот, мы с вами сейчас познакомились. Что отвечает? Погодите. В чем нарушение? Секунду. В чем нарушение? Значит, нарушение состоит в том, что, соответственно... Тихо! В чем нарушение? Нарушение состоит в том, что не был уведомлен Одинцовский городской округ. Соответственно, не были подготовлены соответствующие документы. Полномочия администрации сейчас не упразднены. Соответственно, руководствуясь законом, и на 9 мая мы также подписывали, и сегодня также подписывала местная администрация. Извините. Митинг. Правильно? Где у нас организатор Гавриков? Организатор Гавриков здесь. А вы наши. Он не организатор, он подписал от администрации. Вы должны нас организатор защищать. У нас, погодите, ну вы. Минуточку, нельзя всем беседовать. Диалогу, господа. Давайте. Нет, я граждане, товарищи, господа, как хотите. Давайте. Дело в том, что ваше мероприятие должно быть согласовано в Одинцовском городском округе. Почему? Потому что. Почему до этого мы все мероприятия согласовывали? Вот 9 мая мы проводили, согласовывали мы. А почему сейчас мы должны с городским округом согласовывать? У нас объединение еще не завершено. А полномочия администрации действуют. Подписан в соответствии с законом. У нас уведомительный характер митингов, шествий и пикетов граждан. Мы уведомили, подписали. Нет. Я исполняющий обязанности главы администрации сейчас, Барвикинская, сельского поселения. Вы исполняющий обязанности? Да. Можете вы сейчас назначить организатора? Вот он здесь, Татьяна Николаевна. Татьяна Николаевна. Мы не если сейчас имеете документ, все назад, чуть-чуть, ребят. К вам вопросы к чуть-чуть. Какие именно? Дмитрий Давай. Проводить мероприятие, правильно? Да. Татьяна Николаевна. Даню мы тоже не надо. Не закрывайте камеру. Не надо. Какие у меня есть? Остальные это наши внутренние. А какие еще? Внутренние. Это мы в суде предъявим. Суд подавайте и предъявим. Вы достаете в да. Вы получили этот документ? Да. 21 числа. Так? Нет. Вот. Вы получили? Подписал. Где входящий? Согласно федерального закона 59 о порядке регистрации обращений граждан, вы должны были зарегистрировать, присвоить номер входящих и отписать зарегистрированного. Покажите, где. Это завтра. Сегодня выходной день. Вас не касается. Но мы не уверены. Обращайтесь в суд. Вы меня спросили. Обращайтесь в суд. Я не буду обращаться в суд. Я просто вам как организатор. Давайте чуть-чуть разойдемся, чтобы при всех был разговор. Давайте разойдемся, чтобы слышали все. Давайте выясним наше мнение. А где вы были, когда Константин... Подождите, чуть-чуть, Сергей Александрович, чуть-чуть, еще круг делайте. Круг делайте еще. Это начальник общественной безопасности. Я работаю в общественной безопасности. Очки можно снять? Все равно проведем митинг, чтобы не стоило. Митинг, я не против граждан. Проведем, подавайте в суд. Народ вам подавайте. Минуту внимания, можно? Прошу внимания. Это наше внутреннее дело. Давай домой, не давай присвоить. А не ваше это дело. Это не ваше дело. Это дело администрации. Присвоить номер или нет. Не вам уничтожить указ. Вы что, суд? Вы мне задали вопрос, я могу на него ответить. Я могу на него ответить. Кто вы такой, говорит? Я отвечу. Уйди! Уйди!
Собака! Убирай! 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 Убирай